Крупнейший в стране агрофорум «Всероссийский день поля» открывается сегодня в Алтайском крае. Он пройдет в Павловском районе. Вся сельхозтехника, это более 500 образцов, уже заняла место на демонстрационных стендах. Некоторые машины будут представлены впервые. Сибирский агропарк в поселке Прудской Павловского района – один из крупнейших выставочных площадок в России. Его размер около 9 гектаров. Это почти 13 футбольных полей. 7 гектаров из них займет как раз экспозиционная площадка сельхозтехники. Свои машины компании-участники пригнали в Павловский район еще на прошлой неделе. Комбайны, самоходные жатки и опрыскиватели. Треть из них собраны на Алтае. Кроме того, в этом году на празднике обещают установить рекорд России. Пресс-подборщик, собранный алтайским мастерами, на скорость будет закатывать рулоны сена. Еще если для обычных посетителей праздника главная зрелищность, то участники и организаторы рассчитывают на новые деловые знакомства и заключение выгодных контрактов. Одновременно с показом техники в сибирском агропарке будет работать выставка сельхозживотных. Здесь представят гордость местных животноводов, племенных коров, лошадей, свиней, овец и не только.